Приветствуем всех подписчиков нашего канала. Как хранить собранный урожай и соленья в погребе интересует многих обладателей загородных участков. Мы предлагаем деревянные ящики для хранения. Натуральное дерево позволяет плодам хорошо проветриваться, способствует снижению порчи продуктов, а также имеет длительный срок службы. Мы усовершенствовали модели деревянных ящиков для хранения, которые теперь являются не только функциональными, вместительными, но и декоративными. На передних панелях методом резьбы по дереву изображены овощи и фрукты. Некоторые ящики с двумя большими отсеками для хранения, например, картофеля. Другие имеют вертикальную стойку для установки винных бутылок. Где хранить соленья? И для них найдется удобная полка для расположения банок. В ассортименте имеются отдельные деревянные ящики, которые вы можете приобрести в любом количестве, в любой покраске. Мы предлагаем белый цвет, темный с имитацией состаренного дерева, а также натуральный оттенок. Каждый ящик внутри обит специальной тканью, благодаря которой фрукты, овощи, опилки или торф, которые используются для сохранности плодов, не выпадают и содержат все в чистоте. Не стоит забывать, что в погребе должно быть прохладно, зимой не ниже 2 градусов тепла. Хранить нужно лишь здоровые фрукты и овощи, без механических повреждений. И самое главное, все виды плодов и овощей лучше хранить по отдельности, с периодическим осмотром. Спасибо за просмотр, следите за нашими новинками.